Итак, что мы можем сказать об этом в рамках такой протестантской-православной полемики? Ну, прежде чем мы перейдем к какому-то протестантскому ответу, несколько замечаний по поводу того, как в рамках именно полемики православные отстаивают свою точку зрения и отстаивают необходимость ну, преданий, даже, может быть, не всегда предания с большой буквы, но пусть еще всевозможных вторичных преданий в жизни церкви. Это особенно важно для тех православных, которые, вот, подобно католикам, ну, исходят вот из теории каких-то двух источников. Так вот, первое, о чем говорят православные в православно-протестантской полемике, они говорят, что сама Библия свидетельствует о необходимости преданий. Например, помните, когда апостол Павел пишет фессалоникийцам, «Так стойте и держите предание, которому вы научены словом или посланием нашим». Или обращается к Тимофею говорит, «Храни преданное тебе». Вот. Или там, в послании к Коринфянам говорит, что вот хорошо, что вот все вы переданное держите и так далее. То есть несколько раз в Священном Писании говорится о предании, причем о предании в положительном смысле этого слова, и раз есть некое предание, упомянутое со всем самим священным писанием в положительном смысле этого слова, то почему мы должны отказываться от предания в церковной жизни? Второй аргумент, который используют православные, предание предшествует Писанию, когда появился Новый Завет? Но начинает писаться Новый Завет там где-то, может быть, в конце 50-х годов, в 60-е годы. И где-то заканчивается к концу, а, первого века. Ну, но при этом церковь возникает в 30-е годы. И в течение долгого времени церковь существует вообще без Нового Завета. И еще очень долгое время церковь существует... При не до конца написанном Новом Завете, а если говорить о каких-то конкретных поместных церквях, то а, совсем не сразу разные книги Нового Завета до нее доходят. Если Павел написал послание к римлянам в Рим, но в Рим-то это письмо пришло, а какая-нибудь церковь в... Александрии спустя, может быть, много десятилетий только получит послание апостола Павла Римлянам, и до этого момента она будет жить без этого послания, и, в общем-то, может быть, без существенной части Нового Завета, но не имея Нового Завета, церковь спокойно могла жить. Поэтому... Предание и предание первично с православной точки зрения по отношению к Писанию. Следующий аргумент, который используют православные, это аргумент канона. Было множество древних книг по своей форме, по своей структуре, напоминающие Писание, ну, по крайней мере, Писание Нового Завета. Благодаря археологии мы уже сотни подобных произведений знаем, но у нас в Новом Завете всего 27 книг. Из огромного множества древней литературы, там всякой подложной литературы, церковь выбрала только некоторые книги и признала авторитет этих книг. Причем сам отбор, само признание, явление достаточно позднее. Канон окончательно формируется только в IV веке, в общем-то, к концу IV века. Как именно церковь разбиралась в каноне и как именно церковь формировала канон? Очень просто. Церковь определяла канонические книги на основании церковного предания, потому что в самой Библии внутри самой Библии нет списка канонических книг. Вы не можете открыть Библию и сказать: "О, вот эти вот книги канонические", исходя из текста. Эта Библия уже собрана для вас с кем-то другим и собрана Церковью, живущей на основании предания. Ну и, наконец, последний аргумент, который иногда используют православные а, в подобной полемике, а, заключается в следующем, что писание недостаточно для разрешения там, некоторых а, практических вопросов, а, как жить, что делать, что нужно в церковной жизни, что не нужно в церковной жизни. И предания дополняют вот эту вот недостающую информацию. Правда, примеры, которые православные приводят, может быть, не всегда для нас они а, будут убедительными. Ну, не знаю, там а, а, как, обращение там к востоку во время молитвы, там какие-то особенности совершения обряда крещения и так далее. В общем, много разных вещей. Но тем не менее а, какие-то практические вещи, а, в общем-то, не вполне очевидны или отсутствуют в священном писании, но присутствуют в жизни церкви, и они говорят, ну вот это вот а, тоже из предания. Так что а, Библия свидетельствует о предании. Предание предшествует Писанию, канон определяется на основе предания, предание дополняет Писание, поэтому предание с православной точки зрения необходимо в жизни церкви. И протестанты со своим лозунгом только Писание, ну или даже только Писание в, в рамках магистрской реформации, то есть Писание и традиционное толкование Писания, они не правы. Что мы можем ответить на это и как мы можем понять? Но первое, когда мы пытаемся разобраться в этом вопросе, нам важно понять, что мы не первые, кто сталкиваемся с этим вопросом. На самом деле подобные вопросы задавали еще Лютеру, который отстаивал принцип только писания, и хотя у него была полемика не с православной церковью, а с католической церковью, но, в общем-то, природа полемики примерно одинаковая. Так вот, каков был ответ Лютера, и каков ответ вообще может быть ранней реформации, которой и нам, как реформа... наследникам реформации, вот, живущим гораздо позже, стоит послушать. Церковь основана на Слове Божьем. Это очень важный момент. Церковь основана на Слове Божьем. И Слово Божие оно в цер... к церкви может приходить разными способами. Прежде всего, особый способ прихода Слова Божия, сам Христос является Словом Божиим. Во-вторых, Слово Божие пришло к церкви через проповедь апостолов. И в конце концов, Слово Божие пришло к церкви через записанную проповедь апостолов, то есть через священное писание. Поэтому, даже если принять вот такой вот аргумент, что э, Писание появилось после предания, хотя на самом деле аргумент не точный, если мы задумаемся, это Ветхий -то Завет существовал задолго до появления Церкви, и мы можем увидеть в книге Деяний апостолов, что церковь постоянно обращалась к Ветхому Завету. Это было для нее источником откровения. Но даже если мы сосредоточим внимание только на Новом Завете, то обратите внимание вот на что. Появляется церковь, но появляется церковь через апостольскую проповедь. Да, она создана Христом, но на практике она появляется через апостольскую проповедь. Не какие-то предания предшествуют появлению Нового Завета, а апостольская проповедь предшествует Новому Завету. И когда апостол Павел обращается к фессалоникийцам и говорит, что вы должны стоять и держать предания, которые мы научены словом или посланием нашим, мы то есть апостол Павел ⁇ это не какие-то произвольные люди, а это апостолы, короче, которых Бог сам избрал и которых Бог сам направил, чтобы они, как его представители, возвестили Божье Слово. И здесь есть очень красивая иллюстрация в Писании, в послании к Ефесянам, вторая глава в 20 стихе. Помните, апостол Павел, рассуждая о церкви, описывая церковь, описывает ее как особое божие строение на основании апостолов и пророков, да, имеющего в качестве краеугольного камня Иисуса Христа, и остальные верующие, как камни вкладываются в это строение, и вот так духом это строение возрастает. То есть, еще раз, обратите внимание на эту картину. Есть фундамент, основания. И это апостолы и пророки, и все остальное строение, которое возводится на фундаменте. Что в каком смысле апостолы и пророки являются основанием церкви? А дальше в этом же послании Павел говорит, что через откровение апостолам и пророкам возвещена истина. То есть апостолы и пророки являются основанием в том смысле, что через откровение им возвещается истина. Если мы чуть-чуть продолжим вот эту вот строительную аналогию, и вы просто представите себе построение какого-то здания, то как это происходит? Сначала закладывается фундамент, потом возводятся стены. Никто не делает так, что построил маленько фундамент, маленько стены, маленько фундамент, маленько стены, маленько фундамент, маленькая стены. Это было бы чрезвычайно странное строение так и созидание церкви. Бог через апостолов, через пророков возвестил Слово Божие устно и возвестил Слово Божие письменно, и это стало основанием церкви, и церковь живет и стоит на Слове Божьем. И апостольская проповедь, она потом позволила а, и определиться канону, и апостольская проповедь сформировала все необходимые элементы для того, чтобы... Была обычная жизнь в церкви, а апостолов новых не появилось. Мы видим, что когда апостолы умирают, я не говорю сейчас о случае Иуды, там особая ситуация, но когда потом апостолы умирают, никто их не заменяет, апостолы выполнили свое служение, они исполнили свою роль, они заложили фундамент и продолжают существовать церковь. Здесь как раз, когда мы начинаем сравнивать православие и протестантизм, то мы сталкиваемся вот с каким вопросом. С вопросом, может быть, если хотите, духовных даров, с вопросом того, как именно Дух Святой действует в церкви. Протестанты разграничивают. Действие Святого Духа через апостолов и пророков, даровавшее Церкви Слово Божие, ставшее основанием и сейчас зафиксированное в Писании, и все остальное действие Духа Святого, направленное на созидание Церкви. А православные, может быть, они не будут это описывать таким образом и говорить таким языком, но, тем не менее, ситуация какова? получая, если предположить, что предание постоянно формируется на протяжении истории церкви, это предание такое же, или там, сравнимое по авторитету со священным писанием, то как будто бы продолжает закладываться фундамент, как будто бы есть новые апостолы и новые пророки. Но, с одной стороны, православные вроде бы не утверждают, что есть новые апостолы, новые пророки, и кто-то способен вот такое непогрешимое Слово Божие произнести, а с другой стороны, вся модель предполагает их наличие. Поэтому у нас две модели, две разные модели там, жизни и созидания церкви. Первая модель, протестантская модель, Слово Божие как основание, и сейчас мы имеем это Слово Божие в виде Священного Писания, и на нем строится церковь, и православная модель, когда да, мы с вами ее уже видели, когда вот некое действие Духа Святого все время есть в церкви, оттуда вот выходят все новые и новые предания, но у нас всегда возникает Вполне закономерный такой протестантский вопрос о достоверности, об авторитете, о критерии истины для всего, что возникло таким образом. Так что два разных видения, две разных модели, два разных пути. Но мы должны понимать, что... Не только у православных есть какая-то логика, когда они говорят нам, ну, душепитание было после предания, но и у нас есть определенная логика, просто нам эту логику нужно вспомнить. ТВ-семинары семинаре благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте твсеминарий.ком. Ищите нас в поисковых системах по запросу Тв семинария.